Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем цикл рассмотрения клинических случаев. Опять вновь интересный случай. Женщина 40 лет. Вначале она обратилась к неврологу. И вот в клинике особенно очень хорошо видеть весь маршрут пациента от одного врача к другому и наблюдать и динамику, и выдвигать различные диагностические гипотезы. И в данном случае все началось с невролога, с жалобы на 5 дней артериальное давление низкое, 90 на 58, боль в области левой реберной дуги без указания на травму, носит периодический характер, усиливается при движении и дыхании. Затруднено засыпание, панические атаки во сне за последние 7 дней еженочно. И по неврологической системе никаких проблем нет. Ставят диагноз соматизированное расстройство и назначают паркситин, амитриптилин, диазепам, миллигамма. Но женщина обращается к неврологу повторно, в общем-то, с теми же самыми симптомами, ну, буквально вот через 2 месяца. И ей уже меняют на тритика лекарства, однако она все равно идет по врачам, и следующие жалобы уже на кашель, и панические атаки, в общем-то, у нее продолжаются. Ей ставят диагноз острый бронхит. И далее она путешествует вновь по терапевтам. Ее, конечно, обследуют, что очень хорошо. Но вот мне понравилось, это у последнего терапевта, у кого она была, мне очень понравилась его диагностическая гипотеза. Он также отмечает жалобы на общую слабость, утомляемость, головокружение, головные боли в затылочной области, сердцебиение. С мая 23 года отмечает частая заболеваемость ОРВИ. Пациент работает в торговле. Также появилась общая слабость, головокружение, головные боли. Давление низкое. При обследовании ничего особенно не выявлено. И он ставит диагноз артериальная гипотензия, что соответствует, да, ее цифрам артериального давления, и иммунодефицит под вопросом. Вот это очень, на мой взгляд, очень дельное заключение, поскольку, в общем-то, имея такой анамнез, это, ну, в общем-то, напрашивается. Далее он назначает по полной программе обследования, и, что мне также понравилось, анализ на ВИЧ, потому что здесь нужно смотреть. Я бы сюда еще добавил, уже немножечко будем комментировать, я бы еще сюда добавил на хронические инфекции, поскольку не только вирус иммунодефицита может вызывать такие состояния, но и любая хроническая инфекция, включая те же герпетические. И здесь мы вспоминаем ее опоясывающие боли, которые в диагнозах неврологов и терапевтов фигурируют как межреберная невралгия, вот в частности. Да? Но я так думаю, что это вирус опоясывающего герпеса, который просто не разрешается на уровне пузырьков. Вот. И далее последний ее поход, это уже снова к неврологу. В общем-то, доктор не очень обратил внимание на предыдущее заключение, и вновь жалобы у пациента, панические атаки по ночам, нехватка воздуха, онемение рук. Эпизоды боли в области сердца, опять вспоминаем эту так называемую межреберную невралгию, и я бы сразу думал о герпесе.
Далее, да, и лихорадка у нее, но там не лихорадка, 37,8, это все-таки не лихорадка, а субфебрильная температура, но тем не менее это у нее идет. То есть у нее идет какое-то обострение процесса. Опять же, не забываем, что те же герпетические инфекции могут протекать в виде обычных ОРВИ. То есть отличить, допустим, от каких-то сезонных ОРВИ это практически невозможно. Но лечение Паксил, Атаракс, снова Паксил, снова Атаракс, психотерапия, физкультура, избегать переохлаждения. Пациентка еще курит 20 сигарет в сутки. Если предположить в данном случае, что все-таки идет какой-то инфекционный процесс, который и приводит к этому иммунодефициту, то, соответственно, Паксил здесь ничего принципиально поменять не сможет. То есть, по сути, он здесь не нужен. Можно с другой стороны сказать, но, доктор, что тебе жалко, пусть пациент принимает Паксил, если он все-таки когда-то помогал или помогает сейчас. Во-первых, она снова записалась к неврологу, то есть она снова приходит, значит, не настолько все-таки помогает, иначе бы она записалась бы к терапевту или еще кому-то. И это с одной стороны. С другой стороны, само назначение, оно у нас уже вводит. То есть мы уже назначили Паксил, да, и как бы вот в этой стезе мы будем двигаться. То есть само даже назначение, оно нас уводит от других диагностических гипотез, но она же принимает Паксил, ну и хорошо, пусть принимает дальше, да. Значит, соответственно, здесь мы не ищем хронические инфекции и, соответственно, если мы находим их, да, мы их не пролечиваем, да, то есть здесь совершенно, тактика, она другая, да, но опять же, это мое допущение, я сразу оговариваюсь, да, что я ее не обследую, к сожалению, в этом случае, будем надеяться, конечно, что у пациента все будет хорошо. Вот такой обзор получился. Немного большой, немного длинный. Благодарю всех за внимание.